Самоизоляция – идеальное время для того, чтобы научиться чему-то новому. Например, готовить сложно сочиненное блюдо, освоить иностранный язык или игру на гитаре. Известный музыкант, наш земляк Борис Бурдаев, специально для нашего канала записал, как он проводит эти дни. Привет самарским жителям, привет всей Самаре и ее окрестностям. Меня зовут Борис, и я так же, как и вы, сижу в изоляции и просто развлекаюсь с моими любимыми игрушками. Таких, слава богу, у меня очень много. Собственно, куча гитар, маленькие гитарки, большие гитарки, разные клавиши и так далее. Вот. И я это время использую с пользой для своего личностного роста, творческого роста. И вообще с пользой для своего ментального здоровья. Собственно, самосовершенствование – это главное, то, чем сейчас стоит заниматься. Поэтому у вас есть для этого время, возможности. Не забывайте уделить себе как можно больше внимания. Вот. И я вам предлагаю просто больше развлекаться и с тем, играться с тем, с чем вам больше всего нравится играться. Так что здравствуйте, игрушки!